будут сигары. Хотите купить? Эй, открывай. У меня есть код, но он на корабле. Либо у вас есть код, либо вам здесь не место. И никаких исключений. У меня приказ. Тебя. Мои любезные, даруй мне удачу. Наверное, стоит нанять телохранителя. Здесь стало опасно. Так и воюют. Вот что бывает, когда у власти такой человек, как герцог. Скоро все в Карнаке изменится. Я носом чую. Вот продаст муж мастерскую, и мы тут же возьмем детей и съедем на Марли. В Кристалле хаос, там ведь все грызутся из-за новой императрицы. А в Тивии холодно слишком. Же не везет. Охраняют дурацкий ветряк. Кто нарывается? Тут кто-то есть. Рокки? Никуда ты не денешься. Получай. Не уйдет. Не может тебе быть! Конец! Во имя бездны! Забыл спросить, у кого если у меня заказывал было... этот расшитый жакет. У меня осталось одно. А потом я его съел. Или нет? Он его съел. То что тогда? Возвращайся в бездну, чудовище! Вот же хер косматый! Быть не может! Кто я такой? Носок без ноги. Вот так. Никто. Хуже, чем никто. Не время спать. времена сейчас тяжелые. Люди еще увидеть. Кто нарывается? Зачем маску носишь? Боишься, что кто-то узнает? горбатый хер чужого. Чего это вдруг у меня мурашки по коже? Не подведи. Будь милостив. Да. А что? Видишь? Я же говорил. Сейчас получится. Нет, вот ублюдок. Эй! Какой магазин, такие клиенты, я полагаю. Поставь на малышку. Посмотрим, что там у тебя. Горбатый хер чужого. was no darkness, and lo, his name destroyed, and lo, he still whispered. Добро пожаловать! У нас в магазине безопасно. Хорошая сделка. С вами приятно иметь дело. Отлично. Может, императрица Далила нас посетит? Могла бы летнюю резиденцию в Карн... Посмотрим, пара чертежей у меня найдется. Говорят, вчера во дворце было весело. Пожалуй, не стоит открывать магазин, пока пыль не уляжется. Надо поговорить с магистратом, вдруг она поможет. Точно. Подумать только, а ведь мой отец и дед были придворными шляпниками. Нет нужды скрывать лицо. Я все равно не помню ни имен, ни лиц.